Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive. Так, и давайте мы, сколько тут у нас всего существ, давайте посмотрим. 125 из 134, то есть 9 мне нужно создать. Ну, собственно говоря, 9 из них, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это супер там гибриды, уникальные какие-то гибриды. И вот последнее обычное существо, это Дарвиноптер, по идее. Да, это Дарвиноптер, похож на Скафагната и похож на Дарвиноптера, который есть Jurassic World The Game. Ну что, создаем. Он у нас эпический, значит будет 10 уровня. Ну, 11. Ой, какой милашка. Как будто бы восставший из ада. И давайте же немножко познакомимся с таким чудесным динозавром, точнее птерозавром, как Дарвиноптер. Конечно же, он был назван в честь Чарльза Дарвина. Дарвиноптерус модуларис – это вид птерозавров, которые жили в юрском периоде примерно 160 миллионов лет назад. Уникальность Дарвиноптера заключается в том, что он занимает промежуточное такое место между более древними примитивными птерозаврами, у которых были зубы и хвост, такими как рамфоринг, которые появились самыми первыми, и уже более развитыми, которые не имели там хвостов и не имели зубов, такие как птеранодон. Он занимает промежуточное место между ними. Сам Дарвиноптер был относительно небольших размеров, с довольно-таки большой головой. Череп имеет в длину по одним данным 14-19 сантиметров, по другим же данным абсолютно другие, чуть ли не до 48 сантиметров. Крылья были длиной 34-46 сантиметров, ну, соответственно, размах был около метра. И на черепе, как вы видите, находится такой вот гребень, довольно низкий, длинный гребень. Такой же, ну, похожий на те, которые есть на Риптеруса и Германодактиля. Также похожий на семейство джунгарипторов. В челюсти у него насчитывалось 15 пар острых зубов, самые длинные были в начале клюва. Охотился, предположительно, на рыбу и насекомых. Ископаемые останки были найдены в Китае, и в семейство Дарвиноптеров входят еще два вида. То есть всего их насчитывается 3 на данный момент. Давайте мы качнем на 12 левел. Я думаю, пока что нам этого будет достаточно. Так, давайте посмотрим, где мы тут будем сражаться. У нас есть редкая башенка, проведем 4 боя. Какого уровня у нас здесь противники, давайте глянем. Ну вот, как раз, в принципе, подходит нам 8, 9, 10, да. Вот и проверим сейчас, насколько он годный. Ух ты, тебя вижу. Давайте, кстати, Дарвиноптера возьмем, Птерыча возьмем, ну, такую половину... полулетающую команду возьмем. Вот это вот парнишку я хотел взять, тоже гибридик, он мне нравится. Так, ну из того же уровня обычный дракорекс. Уа, точно надо взять. Надеюсь, я правильно взял. Подменяясь на него, мы получаем двойной супер удар. Вот еще Птерыча взять нужно. И давайте уже кого-нибудь такого другого, допустим, уровня 12 и выше. Кем мы давно не сражались? Так. Вот Тенента мне нравится. Такой прикольный будет. Так. Ну, жирафика можно взять. Так, обычный Дилос. Такой неплохой. Допустим, Саркариксис. Кто у нас тут еще есть 13-14 уровня? У меня так мало 13. О, допустим, вот тебя взять. И какого-то раптора, что ли. 15 уровни. Ну, кто у нас есть? Рекс. Давайте Рекса возьмем. Вот так вот. Готово. И помчались раздавать. Так, ну что, Дарвиноптер, давай начнем вот с этих ребят.
То есть у них у всех с подменой есть прикольные удары. Вау, круто, с кровотечением. Кстати, давайте посмотрим. Так, замена с ПУ. После замены наносит сопернику отложенный урон 0.25x от максимального здоровья цели. Ничего, за 4 удара цель умирает в течение 2 ходов. То есть пол жизни забирает. Защита от замены на 2 хода. Блин, ну классные удары, смотрите. Вот обычный удар запрещает замену, очищение и с подменой. А у тебя что? Нет, есть, блин, прикольные удары. Прикольные удары. Давайте начнем с тебя. Так, против него Irritator. Да, вот он тоже сделал то же самое. В принципе, надо было и мне так сделать, наверное. Но ничего, мы и так сейчас его ням-ням-ням сделаем. Давайте будем вот так вот чехардой такой заниматься, как занимается наш противник. Вау! Вот такой вот петушок скафагнатик. Ну, анимации ударом мы как бы особо не заметили. Ну давай, истекай кровью. Ну чуть-чуть останется у него, да? Чуток осталось. Один готов. Появился Irritator. Так, удар с кровотечением с подменой. Это вообще всегда, блин, и он подменился, сволочь такая. Сейчас и я подменюсь. Кровотечение у него иммунитет, да, был? Нет? Нет. А почему? Где кровотечение? А, вот, блин, ну как-то не видно вот этих красных штук. Как-то что-то анимация здесь хромает. Она не выдерживает таких всяких наложенных эффектов, да? Запрет подмены, там всякие подмены, эффекты, шмефекты. Так, это больно будет. И взял, умер. То есть это было что, два кровотечения как-то наложились? Такой слишком большой урон был. Опять этот Irritator, да чтоб тебе нехорошо было. А, я не могу сейчас подмениться. Ну, давайте так сделаем. 623. Так и прокусил одного. Ага, прикольный ракурс. Прикольный, мне понравился. Ну, давай. Ну да, вот это, конечно, удар печальный. Подменяться ему не на кого. Давай, какой прокачанный у нас воробушек. Так, усилились, и второй эффект какой у него. Так, ну, в общем-то, мы победу одержали. Надо сейчас зайти, блин, я что так его создал. И мы не прочитали, что он там из себя представляет. Так. Вот иди сюда, мой дорогой. Показатели его не посмотрели, да? Эпический Дарвиноптер. Ну, выглядит не, довольно грозно. Он, конечно, как будто, знаете, такой бешеный карлик. Так. 1600 здоровья, 500 урон. Хорошая очень скорость у него, 129. Так, Дарвиноптер обладает короткими крыльями и не приспособлен ловить рыбу, что делает его сухопутным хищником. Его жертвам не скрыться ни на земле, ни на деревьях. То есть это у нас такой... Короткие крылья нужны, ребята, для птиц, которые летают в лесу, среди деревьев. То есть потому длинные птицы можно, короче, сломать, и они будут постоянно цепляться за ветки. Вот так вот.
И в смысле, интересно, почему он... ну, у него есть хвост, это, то есть, довольно древнее существо, то есть, это не из более... И зубы есть. Но хвост и зубы у птерозавра говорят о том, что это один из прародителей птерозавров, потому что с возрастом, скажем так, с эволюцией они избавились от зубов и от хвостов. Да? Именно так. Скорость 129. А давайте глянем вот на тебя. У тебя какая-то скорость? Димодактиль. 126 у него скорость. Ладно. Помчались дальше. Соберем монеточку. Помчали. Так. 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 Ну вот так, давайте пойдем. На следующий бой, наверное, возьмем Дракорекса, да? Испытаем его подмену с двойным уроном. Начнем с него, у него шибко классной скорости, вот эта картинка мне нравится, как он появляется на арену. Так, что у него? Ничего такого. А, вот этот удар есть, да? Первый ход, очищение, регенерация. Ну, как бы его использовать толку как бы нет. А иммунитет? Нет иммунитета. Хотя у такого древнего существа иммунитет должен был бы быть. Бьет больно. А, черт подери. Печалька получилась. Я хотел подмениться. Блин, какой гигантский, да, Саркариксис против вот этого Ирритатора. Ну, Ирритатор здесь самый мелкий из динозавридов в игре. Давайте, мы паралич в прошлый раз не испытали. Сейчас испытаем. Больно. Так, Капразух, ну хотя бы он как бы там без подмен. Ну наш ход как бы под... Не наш ход. Димодактиль давай. Получи фашист гранату. Жутко не люблю, как когда так делают со мной. Вот когда я вроде должен ходить, а он подменился и убил меня. А я даже не успел походить. Блин, у него обычный удар сквозь... Ну, давайте пробуем кровотечение. Интересно, просуммируется оно в итоге или нет? Ах ты ж гаденыш! Взял и очистился. Черт, мы тут еще так проиграем. С этими экспериментами. Так, кто у него там третий? Недобитый, да? Так, ну он не пробьет же 1600. А-а-а, кританул, гаденыш ты такой. Но у нас должно быть второй шанс, второе дыхание. Так, ладно, попытка номер два. Возьмем тебя, тебя, тебя и тебя. И тебя. Помчались. Открываемся с Дарвиноптера, так как он у нас самый шустрый, наверное, из этих ребят.
больно. Так и знал. Так и знал, что он подменится. Мой ход был. Ненавижу эту, короче, механику. Получи, фашист, гранату. Ну, правда, крита не было. Давайте на Димодактиле подменимся. Блин, отложенный урон. Самого урона-то не было. Подмена была дурацкая. И умер. Но успел ударить. Это плохо. Это очень плохо. Но скорость у нас неплохая. 126. Побыстрее будет. Порви его. Главное, чтобы он не успел подмениться и не получил халявный удар. Так, и давайте вот это посмотрим. Нанесение урона 2х с обходом брони и щитов. Вот это вот часто используют вот этого парнишку на 30 уровня топовые игроки. Так, ну парнишки у нас, в общем-то, все демагеры с усилениями. Я даже не читал. Команда противника. Быстрые существа, которые наносят большой урон, а также способности, которые уменьшают урон или снимают положительный эффект. Это нам рекомендуют взять. А у нас противники способны себя усиливать. Ну, это мы поняли. Так, давай тебя возьмем. Тебя и тебя. Ну давай начнем с него. Если бы у него еще удар вот этот двойной был как у рапторов, то есть который снижает сам урон, с одного удара шикарно. Кстати, у тебя какая скорость? 128, 129? Но. Да ну тыкнись. Во, наконец-то. 131 у него скорость. Вах, вах, вах. Давайте подменюсь на тебя. О, паралич раздает. Шикарно. Так, я подменился раньше. Во, правильно. Вот так и надо. То надоели мне вот эти ваши. Блин, у него удар с очищением есть. Давайте сначала хоть вот так сделаем. О, паралич. Снова паралич. Отлично. Ну, оглушение оно же. Блин, а. Время подмениться и получить двойной урон. Вот так вот, наконец-то я его загнобил так, как он это делал со мной. Так, ну это, кстати, я два хода не смогу подмениться.
А, не один ход всего лишь. Давай. Я выдержу, надеюсь. Если без крита. Выдержу. И добиваем. Кто его добьет? Паралич его добьет. Кстати, классный динозавр. У него, на него подменяешься, паралич есть. И у него еще паралич открывается потом. Это же прекрасно. Так, на, вообще не обратил внимания, это удар с ударом или просто снижение урона? Вообще, шикарно зашло. Так, ну чё, возьмем Рекса, возьмем. Возьмем вот этого парнишку, да? И вот так пойдем. В любой непонятной ситуации подменяйся. Такой девиз. Так, берем шустрика. Мы ходим, значит мы бьем. То есть если твой ты медленнее, то надо полюбаться подменяться без варианта. Блин, пробил, сволочь. Мы так не договаривались. Рекс. Мочи его. Блин, за один раз не сможет пробить его. Без крита, блин. Добивай. А где паралич? Ну как это называется? Блин, ну не видно, это эффектов не, нет. Непонятно как бы, сработало, не сработало. То есть, по, типа, удар был, но паралича не наложилось. Блин, сейчас... Ух, еще хорошо, хоть не пробил. Добивай его, Дракорексик. Готово. И можно опять назад на тенентозавра подменяться. Хотя, сейчас, подождите. Да, нет ему... Ай-яй-яй, не могу пока подмениться. Может и пробить. Практически пробил. Но он быстрее. Надо подменяться. Сработал паралич. Эх, таки добил, да? Ну, тут Рекс. Потому что это была недобровольная подмена. Рекс затащил, короче. И супер награда наша. Пятьдесят одна тысяча капразуха, куда их девать? Дайте мне лучше 51 000 трицератопса и кого там еще для нового гибрида. Для вот этого вот гибрида, ребята. Для вот этого вот гибрида. Кстати, да, Дракорекса. Блин, насыпьте мне 50 000 обычного Дракорекса. Так, ну ты же у меня 15-й, блин, нет, не 15-й он у меня. Не хватает ему.
Да и трицератопса обычного у меня тоже нет. Я их как бы не ловил в таком количестве. Но ничего, значит, надо будет наловим, ребятки. У нас осталось не так уж много новых гибридов, которые нужно создать. Осталось всего лишь 8 несозданных существ. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео. До скорых встреч.